Мы общаемся просто в неформальной беседе, да, то есть просто как вы встали поговорить и спрашиваем вас. Александр, добрый день. Как вы решили помогать детям? Почему такой появился интерес? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, из какой компании? Уже начинать, да? Да, расскажите про себя, кто вы, чем вы занимаетесь? Меня зовут Александр Кудряшов, я генеральный директор компании Master Vision. Эта компания занимается обучением эзотерическим практикам. Вот. А детям я решил помогать и поучаствовать в вашем мероприятии с большим удовольствием, потому что дети – это наше будущее. Да? И ни для кого не секрет, что на сегодняшний день, к сожалению, смертность в нашей стране, она превышает рождаемость. Если мы не будем помогать детям, то, к сожалению, это идет к уничтожению нашей нации. Поэтому я считаю долгом каждого российского гражданина, да, для того, чтобы наша нация становилась все сильнее, все могущественнее и многочисленнее, помогать детям. Это меня и побудило. Хорошо. А скажите, первый раз вы помогаете детям с ограниченными возможностями, то есть там, чтобы они смогли влиться в среду социальную общую. Первый ли это раз, или у вас уже был такой опыт? Нет, к счастью, наверное, что это не первый раз. У нас уже был такой опыт. Мы помогали, да, больным детям, мы собирали деньги на операции, на эти операции с успехом проходили. Вот. К сожалению, к нашему это происходит не так часто, как хотелось бы. Да? На сегодняшний день в рамках компании Master Vision мы собираемся организовать благотворительный фонд. Да? То есть у нас огромное количество учеников, которые точно так же жаждут помогать детям. Да? И они с удовольствием еще в этом мероприятии будут участвовать. Все с удовольствием будем помогать детям в дальнейшем в рамках Master Vision и этого фонда. Скажите, пожалуйста, хотите ли вы дальше поддерживать наши фестивали? Будете ли вы нашим гостем, спонсором, партнером? И мы вас будем рады видеть. Обязательно, друзья. Слушайте, мы спрашиваем всех, какие-то, может быть, есть у вас наработки, как им можно еще помочь, да, вот детям? Как-то, может быть, не только фестивали, а что-то еще? Может быть, есть какие-то у вас планы наработки? Планы наработки есть, друзья, но пока их раскрывать, так скажем, еще пока рановато. Да, это пока еще все на уровне эмоций находится, да, на уровне желаний. Как только это все вынесется на бумагу, с удовольствием поделимся. Все, хорошо. Спасибо, да, огромное, спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. За то, что да, спасибо. Все, доброго. Так, давай, бери еще. Саша,